Резкое похолодание ожидается в регионе уже со среды. Холодный арктический фронт принесет в область холодный воздух и дожди. Бабье лето в области сменится сильным ветром, осадками и ночными минусовыми температурами. Так, по словам специалистов, уже с утра 7 октября столбик термометра опустится до плюс 7, плюс 9. А ближе к вечеру температура упадет до 2-4 градусов. Метеорологи прогнозируют осадки в виде дождя, а в северных районах области ожидается мокрый снег. В связи с обильными осадками ухудшится видимость на дорогах, а в северных районах из-за низкой температуры может даже образоваться наледь. К предстоящему четвергу ночные температуры по большей части территории области будут наблюдаться от плюс 2 до минус 3 градусов, а по северо-восточным районам до минус 6 градусов, а дневные, соответственно, от плюс 2 до плюс 7 градусов. Изменения в характере погоды, что естественно и закономерно для этого периода времени года.